Здравствуйте, меня зовут Павел. Сегодня у нас в обзоре Пекперегу Татамия Follow Me. Кстати, Татамия в переводе с итальянского «моя няня». Тата – няня, Мия – моя. Так вот, наша няня – это многофункциональный стульчик 3 в 1 для детей с рождения, весом до 15 кг. Это приблизительно до 3 лет. Его можно использовать как удобное кресло для отдыха новорожденного, кресло-качалку или стульчик для кормления. Разберем подробнее. Габариты стульчика в разложенном состоянии: в высоту 109 см, в ширину 59, в глубину 77 см. Спинка стульчика регулируется в 4 положениях. Для этого есть удобная ручка. Также кресло регулируется по высоте в 9 положениях. Для этого необходимо нажать на 2 рычажка по бокам кресла и выставить нужную вам высоту. Столик легко снимается и устанавливается обратно. А съемный поднос можно мыть в посудомоечной машине. Большое и удобное сиденье имеет размеры: спинка в высоту 48 см, ширина сиденья 28 см и глубина 20. Чехол мягкий и комфортный, с поролоновой подложкой. Для безопасности и комфорта малыша у стула предусмотрены 5-точечные ремни безопасности с регулировкой по высоте и съемный анатомический ограничитель. Также для удобства ребенка, пока вы используете стул в режиме шезлонга, есть дополнительная откидная подножка. А для детей постарше есть подножка с регулировкой по высоте в 3 положениях. Теперь рассмотрим режим качелей. Для его использования сиденье нужно опустить в самое нижнее положение, спинку перевести в режим шезлонга, поднять 2 фиксатора, расположенные по бокам, до появления зеленого индикатора. Для безопасности ребенка нужно пристегнуть ремнями безопасности. Благодаря идеально сбалансированному механизму кресло может качаться без помощи долгое время. Важным элементом Татамии Follow Me является система блокировки колес Stop & Go, расположенная на стойках стульчика. Кнопки фиксируются, что очень удобно для перемещения стульчика. Колес у Татамии целых 6, что делает ее очень устойчивой. Они имеют прорезиненное покрытие, которое не поцарапает пол. Стульчик очень компактно складывается. Для этого столик переводим в вертикальное положение, разблокируем фиксаторы, чтобы наклонить кресло, переводим кресло в нижнее положение, нажимаем по бокам 2 фиксатора и складываем основание. В сложенном положении стул устойчиво стоит без опоры и имеет размеры: в ширину 59 см, в глубину 35 и в высоту 94 см. Стул можно приобрести в разных расцветках и 2 вариантах чехла: из качественной эко-кожи и грязи отталкивающей ткани Wonder. Также для стула есть дополнительные аксессуары, такие как мягкая дуга с игрушками, наборы из текстильного чехла с жесткой дугой с игрушками и дополнительный мягкий вкладыш. Все это вы можете приобрести в нашем официальном интернет-магазине pekperego.ru, ссылка на который будет в описании. На этом все. Пока!